Миронова Салтанат Муратбекқызы. Сегодня 36 семей приобрели жилье по линии КИИК в домах, расположенных в микрорайоне Кайтпас-2. Заветные ключи от квартиры им вручил сам глава области. Алия Акбалаева, мать двоих детей, не нарадуется. Теперь у них есть собственное жилье – двухкомнатная квартира. Дорогие казахстанцы, я хочу закончить просто словами, что мечты становятся реальностью. Спасибо всем! Дом был построен за 10 месяцев. Таких пятиэтажек здесь 6. А это значит, еще 384 семей здесь правят новоселье. 144 счастливчика получили квартиры в арендных домах в микрорайоне Нурсат. Я стояла в очереди на квартиру 16 лет, и вот сегодня мне вручили ключи от квартиры. Не могу передать, какие чувства меня переполняют. Всем большое спасибо. Спасибо президенту за поддержку. На сегодня по городу Шымкент в очереди на получение жилья стоят 2547 человек. Из них 1483 сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Около 8000 социально уязвимые слои населения. 12 058 государственные служащие и бюджетные работники. И 21 семей дома, чьи были признаны аварийными. По данной программе с конца прошлого года, с начала этого года будут обеспечены жильем коммунальным 2024 человек. До конца текущего года в эксплуатацию будут введены 21 дома. Из них 3 арендных дома. По линии жилстрой Сбербанка 3 дома здесь. 216 молодых семей будут обеспечены квартирами. По линии казахстанской ипотечной компании 15 домов. В целом 1808 человек справят новоселье. Шинар Оразова, Ильдар Жунусканов, Роман Примкулов. Информационная служба телекомпании «Отрар».